быстро, я пошел дальше. Слышали? А их маленький эксперимент не удался. Благодаря Дэдсек. Вызываем база. Вероятно, объект находится рядом с вами. Скажи мне, что ты их взломал. Оставил у них в системе подарочек, за который они дорого заплатят. Черт, ты прям как Джимми Сиско. О, да. Один из фолловеров дал нам наводку. Зацените. Это правда? В новостях он не мелькал, но в профиле указано, что он работал в Грейстром, если он не врет. Маркус, люди не должны бояться говорить. Правда, очень полезна для Дэдсека. Он заявляет, что они пытались расстроить его брак. Даже заморозили счета. Проверю его дом, вдруг он врет. Наведайся еще и в банк. Узнай, связывались ли вообще с ним Грейстром.